Решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Он добавил, что реализация проекта перенесена на июль, а сам вопрос находится на обсуждении. Нарколог выразил уверенность, что в той или иной части приказ Минздрава будет реализован. Напомним, новые правила должны были вступить в силу 22 ноября 2019 года. Когда водители узнали о таком решении, выстроились огромные очереди в нарко- и психдиспансеры. Дело в том, что по новому приказу водителям необходимо сдавать анализы на наркотическую и алкогольную зависимость. Это дорогие анализы, поэтому стоимость справки может вырасти почти в 20 раз.